Чувашии прошел Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. С 2005 года в третье воскресенье ноября вспоминают погибших в авариях. Так организаторы напоминают, что правила дорожного движения нужно соблюдать беспрекословно, ведь пишутся они кровью. Протянем руки к тем, глаза чьи слез полны, чьи дома сиротел. Во Всемирный день памяти жертв ДТП юные инспекторы дорожного движения собрались на площади Республики в Чебоксарах. Пришли они с плакатами, на которых имена реальных людей, погибших в авариях. Ребята вместе с представителями автошколы, сотрудниками госавтоинспекции напомнили молодым водителям о безопасности на дорогах. В храмах Чувашии прошли панихиды по жертвам ДТП и акция «Свеча памяти». Разные их пути.